Вы знаете, я, конечно, не мессия, я не могу сказать, что будет с Крымом, но то, что тут произошло, что он все-таки отошел к нам, это законно, я считаю, потому что оно и было наше, извините, и вообще надо часть территории было прибрать. Я бы на месте все-таки наших людей вошла бы туда с войсками. Я более агрессивна в этом плане, я считаю, что это наша территория, все, что при царе-батюшке было нашим, надо забирать. Вопрос другой, а что принесем ли мы правильную политику туда? И если все наши методики мы туда направим, понимаете, хорошо ли это будет для тех людей? И не возникнут там другие стычки уже с тем местным населением и с их собственными локальными проблемами. То есть мы со своим самоваром туда придем, опять же, допустим, туда узбеков, таджиков и так далее. А понравится ли это местным? Может, и не очень сильно не понравится. Я, например, вот в Казахстане разговаривала с людьми, которым не нравится то, что к ним приезжают мигранты. При том, что они, извините, очень похожи внешне. Они тоже чувствуют в этом какой-то захват своей территории. Ну, вот, поэтому вот это меня как-то беспокоит. А все остальное, то, что произошло, я считаю, это не какое-то... Многие говорят, что это все придумал, вот это ваш Путин. Там, некоторые... У меня есть такие, знаете, поклонники бендеровцы. Ну так получилось, да, что они же могут быть гипотетически. И вот они пишут, это все ваш Путин придумал, все это разыграл, весь этот сценарий. У них вообще очень смешно на Украине. Все, что происходит плохого, это москали. Мы всегда виноваты. И я уже им пишу, вот как артистка, просто отвечаю, а что я должна отвечать за свое правительство? Я кто? И потом, почему вы... То есть мне все приписываете грехи руководства, приписывают нам, всем. И мы должны, в общем-то, как бы несем сразу за это все, естественно, ответственность. И мы все плохие, и все, что вот делается на Украине, заварили мы. Я говорю, ребят, вот я прям сижу и пишу приказы. Схватить, отобрать, забрать. Ну что за чушняк-то, вот извините за выражение. Ну как мы живем своей обычной жизнью. Отстаньте от нас, хочется сказать. Это вы привязались к нам, на самом деле, а не мы к вам.